Так, это мы на поинте, на въезде с западной стороны. Фишермен называется, видите? Рыбу здесь ловить нельзя. Вернее как, можно ловить, но надо отпускать. Мы еще 3 года назад это место приприметили, решили. Завтра мы уезжаем, это мы уже 6-й день кемпа. А вот наши ушли. Если видно, в середине реки, они на том береге бревна там таскали, вот там. Ну там, если видно. Теперь они решили, вон. Вон идут. Сейчас я зум сделаю. Рыбу они ищут. Рыбачки. Рыбаки. Богдан! Красивая природа здесь такая. Трак здесь развернулся. Сегодня ремонт дороги, мы удачно попали. Никого нету, все на дороге стоят. Выйти не могут. Ой, Виджея как. А что, Виджея, вау сегодня? Упал он хорошо, да? Или нет? Джессика, тебе нравится здесь? Красиво как.